Я не одна из многих, масса, да, а единственная из множества. Тогда мы сохраняем свой голос, да, звучание свое, неповторимое звучание души. И тогда мы можем воплотить, да, то есть привести в эту плотность этого мира те дары и таланты, которые в душу заложены Всевышним. Кто заложил? Тот, кто создал, тот и заложил. Кто заложил? Тот и обеспечивает уже жизненной энергией, да, и деньгами, коммуникацией, там карта памяти. Вы получили этот доступ к своему священному центру, да, вы оттуда позволяете, что эта сила входит в вашу Муладхару, не в мою, и ни в чью другую, только в вашу, лично. Да, 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 ваши корни, это корни. И мы корни, световые наши корни, соединяем с земными нашими корнями, да? Потому что вся Муладхара, там вся кровеносная система, там соединение с родителями, там бабушками, дедушками, которые на земле, да, это же чакра земли, окей? Со своими же воплощениями, там сокровища, там кровеносная система, красная чакра. И когда мы вот это вводим, вот этот священный луч, да, мы освещаем уже свою кровь, да, вот этим мышлением, этим сознанием божественных световых корней. Мои световые корни, чьи они? Мои, они из моего сердца идут. В мои же земные, да, в мою же Муладхару идут. Да, это сокровище души, кровище по крови, чтобы это было освящение крови, ваше сокровище, сокровенное. И тогда вас вот это вот все дары, таланты, жизнеобеспечение, благодаря проявлению тех даров, да, вот у меня дар быть целителем, дар быть музыкантом, дар быть учителем йоги, там, массажистом, кем угодно, что дал. И на это, на исполнение вашего предназначения дается деньги, мы же про это, деньги, потому что когда исполняешь свою договоренности, да, то есть свое предназначение, на это, да, воплощение этих даров, которые Всевышний дал, и дается обеспечение, коммуникация, с кем должны соединиться. Какой путь пройти, ресурсы, деньги, ну как в машину поехал, заправил бензином, да, вся идет там карта памяти, световая ваша, что вы должны сделать на земле. Не люблю очень сильно это слово должны, потому что оно как бы не из того места произносилось часто. Вот, и честь. Достоинство исполнить свое звучание, прозвучать здесь, в этом гармонии, внести миру свою гармонию, что я приношу этому дню, как я могу сделать свой день лучше и твой день лучше.